вітаю вас з перемогою. Ви сьогодні їхали в гості на Таврію, ви, я думаю, розуміли, що команда, які ставить перед собою цілі, очевидно, десь, можливо, і сподівались десь на інший футбол. Але сьогодні ви Таврію переграли просто вчисту. За рахунок чого? Скажіть, будь ласка. Ну, во-первых, для нас сегодня очень важный день. У нас сегодня Трасенце День города, и эта победа посвящается прежде всего нашим болельщикам, которые вместе с нами здесь. Мы чувствуем их поддержку постоянно. Ну, а что касается самой игры, я думаю, все-таки мы лучше разобрали соперника, лучше изучили мы, ну, как и в принципе в каждой игре, готовимся достаточно скрупулезно. Разобрали, разложили, и а ребятам осталось все это, скажем так, принять и выполнить добросовестно на футбольном поле. Тот план, который мы предложили ребятам, мы его реализовали. Колоссальная самоотдача, желание, то есть все вместе, все эти качества, все в комплексе дали положительный результат. Ну, дійсно, це було видно. І сьогодні Таврія розпочала матч із трьома атакувальними футболістами. Здавалося, повинна бути навала. Нічого не вийшло, все було ззаду закрито. Ну і оцей ось перший гол, як вам здається, він нокдаун десь певний був у Таврії? Да, я не знаю, як для Таврії. Діло в тому, що у нас особи було отношение к стандартам в сегодняшней игре. Таврия достаточно много уже в этих 7 играх пропустила мячей со стандартных положений. И мы на этом тоже делали акценты. Хорошая подача, вовремя вбежали. То есть, в принципе, ничего там сверхъестественного. Но добились поставленной цели. Ну, а дальше, как бы, мы понимали, что соперник, я думаю, счет мог был бы быть и более крупным. Соперник начал уже раскрываться, но, наверное, у ребят наших больше преобладало желание сохранить то, что есть, чем еще нарастить, как бы, преимущество. Дякую еще раз, Виталий. Спасибо.